не получится. Ну ладно. Может быть так непринужденно. Эй, пацан! Ты там на что хотел снимать видео? На охоту, хлебка. Да, давай. Ладно, хорошо. Давай снимем. Обзор на охоту, хлебка. Вот оно. Обзор на охоту, хлебка. Вот оно. Как бы оно охота. А вообще, изначально я пошел у себе тут Жюль Верна, я что-то решил снимать что-то другое, но, видимо, я забыл. Что-то запамятовал. И, хорошо. Тогда будет перетест охот хлебка. Перетест. Сейчас будет перетест. Сейчас будет перетест. Секундочку. Сейчас будет перетест. Как его? Так, сейчас. Чтобы открыть, нужно немножко постараться. Так, мы постараемся. Ой, блядь, льется. Ой, льется. Блядь, твою мать. Твою мать, оно бьется. Ай-яй. Это перетест. Довольно-таки болезненный. Он не случается ничем хорошим. Перетест никогда не случается ничем плохим. Ой! Я сказал, ну, ничем плохим, ничем хорошим. О, открыл. Вот. Yes! Motherfucker. Motherfucker, вот. Опа, видно уже, что. Это фоточка. Ой, кстати, да. Ой. Вот, наконец-то. Вот. Это вот. Крышечка. Наконец-то. Открыл. Тут есть диджей тут. Ой, да. Вот такие вот дела, конечно. А теперь мы вот непосредственно возьмемся к перетесту, значит. Знаете, что я хочу сказать? Охота вернулась нормальной, да. Теперь охота довольно вкусная. От нее не хочется блевать. Совершенно не хочется. Нет, совершенно нет. Нет. Что? Ой! Это вообще не было видно, что ли? Короче. Вот так охота, да. Я выгляжу отвратительно, это типа ноль вопросов. Но если вопросики к охоте, по-моему, вопросов вообще нет. А каких нёбров? За 110 рублей, если она до сих пор стоит 110 рублей, это ж просто, ну вот, как идеальный способ накидаться. Ведь если у вас 25 рублей, куда проще накидаться там с двух охот, чем с 0,5 водки. Я отвечаю, просто повесьте. С вами был Илья Иль. Это как на радио Звезда говорит. С вами был.
Там этот Владимир, я забыл, как его зовут-то. Вот я слушаю это радио «Звезда». Как же зовут-то? Вот скажите просто в комментариях, я забыл, как на радио «Звезда» зовут. С вами был Владимир, очень знатным голосом. С вами был Владимир. Кто? Я не могу, я забыл. С вами был Владимир. Забыл. Короче, слушайте, радио «Звезда» — это не реклама. Как может быть, какая мне может быть реклама радио? Тем не менее. Я вспомнил! Я вспомнил! С вами был Владимир Туз.